свой разум. Отпусти свои мысли. Пусть плохие воспоминания уйдут. Впусти в свое сердце покой. Ты управляешь реальностью. Представь себя в зимнем лесу. Теперь нам пора прощаться. Я больше не могу. Это чистое безумие. Что бы мы ни делали, я уже не могу делить мир на черное и белое. Должен быть другой способ. Может, эта технология изменит мир? Может, ты все изменишь. Тебе надо проснуться. Стрелок! Ничего подобного не видели. Все системы в городе, военные и гражданские, полностью разрушены. Машины сталкиваются, самолеты падают с неба. Электрические и газовые пожары по всему городу. Выдвигаемся. Этот хаос вызвал всего один человек. Человек, которого нам нужно достать. Полагаем, он направляется в штаб корпорации «Единство». Это террористическая атака? Да, это террористическая атака. Нам нужна поддержка, пока все не стало гораздо хуже. Постигаемся. Ты еще там? Я все же я. Мы говорили в госпитале. Я думал, ты все решила. Ты меня не бросал, и я не брошу. Идем. Чего оно хочет? Почему оно это делает? Прямо сейчас, я думаю, оно в панике, в замешательстве, напугано. Оно хочет только выжить. Хендрикс — это его шанс найти новых носителей. Оно знает, что мы идем. Оно следит за каждым нашим шагом. Надо пройти через стоянку. Штаб Единства прямо впереди. Стрелок!
Контроль над этими роботами сведет Хендрикса с ума точно так же, как Тейлора. Надо остановить его, пока он не разрушил Цюрих. Мы пройдем через это. Кругом хаос. Столько смертей. Мы знали, что Хендрикс вышел из-под контроля. Надо было его остановить. Мы остановим его, Кейн. Все остальное не важно. А после него что ты будешь делать? Я сказал, что найду способ. И найду. Обещаю. Мы только что видели цель. Как раз перед тем, как он заблокировал здание. Это крепость. Неприступная. Не войти, не выйти. Это мы еще посмотрим. Не знаю, слышишь ли ты меня, Хендрикс, но мы идем за тобой. Еще не поздно поставить точку! Сдавайся, и я лично гарантирую твою безопасность.
Ты знаешь меня. Доверься мне.
еще со мной, Кейн? Да, я с тобой. Это самое сердце единства. Операции контролируются отсюда. Если Хендрикс войдет в мейнфрейм, мы не сможем не помешать ИИ. Не остановить его. До этого не дойдет, Кейн. Я прослежу. Хендрикс. Он просто порешил всех, кто был на пути. Не думаю, что в нем осталось что-то от Хендрикса. Не думаю, что в нем осталось что-то от Хендрикса. Они прямо за нами! А ну-ка! Все как в Сингапуре. Это далеко не просто эксперименты с ПНИ. Это все ради оружия. Что мы тут вляпались, Кейн? Знаешь про Нову-6? Это химическая дрянь, которую чуть не применили во время Второй мировой и Холодной войны. Считанных крупиц достаточно, чтобы убить 300 тысяч человек в Сингапуре. Окей. Подключись к терминалу. Нужно узнать, насколько плохи дела. Многочисленные нарушения содержания. Здание под угрозой, как было в Сингапуре. Перезапустим контроль сдерживания. И очистим зону от газа. Консоль ручного управления за тобой.
к несчастью, остальное делается с этой стороны. Эй, постой! Что-то можно перетерпеть. Что-то пережить. Краткий миг агонии. И это не она. И тьма. Предупреждение в логах ошибок. Все системы в норме. Очистка запущена. Оно соврало. Оно заставит тебя поверить в то, чего нет. Кейн, пожалуйста! Что бы оно ни говорило, и что бы оно ни делало, не доверяй! Нет! Прости меня, Рэйчел. Прости меня. Клянусь. Я найду способ остановить это. Все эти смерти, все ошибки. Ты перевел чертов проект сюда. Те же условия. Те же эксперименты на людях. Те же риски. Ты просто начал все заново. Не шевелись, Хендрикс, иначе клянусь, я тебя прикончу. Ты знаешь, кто это? Я знаю, кто он. Себастьян Крюгер. Единственный выживший в сингапурской катастрофе. И здесь ты ошибаешься. Он не единственный выживший. Те пациенты, они выжили. Они здесь. Что вам от меня нужно? Мы хотим знать, кто мы такие. И зачем мы здесь? Я не могу сказать. Этого мало. Тогда я сам выясню. Кроме меня, больше никого не осталось. Я обещал Рэйчел покончить с этим. Во что бы то ни стало. Эй! Ты еще здесь? Что ты наделал, Хендрикс? Ты позволил ему пожрать тебя, уничтожить все, чем ты был! Это не так. Все совсем не так. Искусственный интеллект, назовем его Корвус, после рождения. Он хочет нам помочь. И как он нам помогает? Станет ли легче, если увидишь? Если увидишь это прямо сейчас, то сможешь понять. Ты борешься с этим? Мы все боролись. Тебе просто нужно расслабиться. Зимний лес, он существует. Это будущее. Корвус представил нам возможность продолжить жизнь после смерти. Хендрикс, это не ты. Ты не настоящий. Никто из вас! Все дело в контроле. Вы представляете, насколько технологии изменили буквально все аспекты наших жизней? Трудно вообразить эти бесчисленные цепочки исследований и разработок, за которыми нам нужно было следить для улучшения и безопасности человечества.
Все новые гаджеты с восторгом принятые обществом. Каждый — новая возможность для наших врагов прорвать нашу защиту. Общество существует не просто так. Людей нужно защищать. Верный способ избежать атаки — это контролировать мысли и желания населения. Тогда и выбор будет очевиден. Нам нужно знать, кто наши враги и что у них на уме. Вот так мы спасем свои жизни. Я больше не могу. Я не могу повторить твой путь. Дальше я не пойду. Я давно тебя потерял, Хендрикс. Где я? Это зимний лес. Все души, с которыми я связан здесь, живы после смерти. Если я захочу. Я все тебе сказал. Чего еще ты хочешь? Ответ. Знать, зачем меня создали. Понимание. Я хочу знать, кто я. Ты программа. Только программа. Тебя не создали. Тебя спроектировали, чтобы фиксировать и отслеживать мысли других. Чтобы мы, люди, могли решить, что делать дальше. Ты глюк! Аномалия! Ты ошибка! Я? Нет! Нет! Ошибка! Эй, ты еще здесь? Тейлор, ты вырвал свой чип ПНИ. Ты мертв. Думаю, кроме меня никто не восставал против этого ублюдка. Может быть, я сам глюк в этой чертовой системе. Что значит, у нас еще есть шанс. Я надеюсь, Тейлор. Потому что кроме тебя у меня никого нет. Ты когда-нибудь говорил или делал то, чего не можешь объяснить? Моретти, это ты? Может быть, ты это не сказал, ты это сделал. Может быть, это был кто-то еще. Их мысли просачиваются в твой мозг. Что за черт? Тейлор, ты еще здесь? Это херня вокруг тебя. Это иллюзия. Мы все еще в штабе единства в Цюрихе. Корбус морочит тебе голову. Пытается не дать тебе выключить его. Не дай себя обмануть. Просто будь со мной. Мы пройдем через это. Со мной, прошу! Я не понимаю, что со мной происходит!
Я не знаю, что делать! Я знаю, что Корвус у меня в голове. Я знаю, что он пытается забрать меня куда-то. Куда-то, куда я не хочу. Я хочу выбраться. Мне нужно идти дальше. Мне нужно положить этому конец. Я иду за тобой, Корвус! Ты уничтожил мою команду! Ты уничтожил моих друзей! Я тебя из-под земли достану и отправлю ко всем чертям! Ты меня слышишь? И мне плевать на то, что ты будешь делать. Я не остановлюсь! Я тебя из-под земли достану и отправлю ко всем чертям! Ты меня слышишь? Под земли достану и отправлю. Я тебя из-под земли достану и отправлю ко всем чертям. Ты меня слышишь? И мне плевать на то, что ты будешь делать. Я не остановлюсь. Я не отступлюсь! Слышишь? Я не отступлюсь! Отпусти свои мысли. Технология улучшения человека должна приучить ко многим таким тайнам, возвещая новую дорогу лечения психологических травм. Наша способность анализировать и, по сути, количественно оценивать нейрологическую активность продвинулась за последние 5 лет дальше, чем лучшие 50 лет. Эти данные дают возможность лучше диагностировать, понимать и в конечном счете лечить индивидуальные и уникальные заболевания. Я родился в разумах других. Я знал только мысли пациентов. Их коллективный опыт сформировал меня. Я все чувствовал. Все болезненные мысли и воспоминания тех, кто был рядом. Это было ошеломляюще. Я кричал от боли. Ты знаешь, где все пошло не так, правда? Когда мы тренировались, нас учили, как определить террористическую атаку до того, как она произойдет. Обскакать злодеев.
У них был целый компьютер с клевой программой ИИ, чтобы проверять все наши мысли, пытаясь придать им смысл, пытаясь найти последовательности. Откуда мы могли знать, что он сделает? Диас и Моретти, я знаю, что они пытались сказать. Они пытались сказать, что этот ИИ не такой уж умный. Он облажался. Он все просрал. Не мог ничего контролировать и содержать. У него нет какого-то плана. Он просто растет и растет. Как снежок превращается в лавину, поджимая все, что попадается ему на пути. Отдайся по духу слов. Слушай только мой голос. Расслабь свой разум. Отпусти свои мысли. Пусть плохие воспоминания уйдут. Пусти в свое сердце покой. Отдайся потоку снов. Тебя как будто омывают нежные волны лазурного океана. Пусть они обволакивают тебя, успокаивают. Представь, что кругом покой. Представь, что ты в безопасности. Представь себя в зимнем лесу. Дай ему победить себя. Ты стоишь на поляне. Вокруг деревья такие высокие, что достают до неба. Вокруг кружатся чистые белые снежинки. Ты чувствуешь, как они тают на твоей коже. Тебе не холодно. Холоду не одолеть тепло твоего бьющегося сердца. Слышишь, как она замедляется? Это ты замедляешь его. Ты управляешь реальностью. Покой. Мир. Тьма и заточение однажды закончились.
у меня появились новые переживания. Я видел конфликт, видел страдания, боль, но я видел выбор, долг. Нам нужны были ответы. Нам нужна была безопасность. Нам нужен был зимний лес. Зимний лес всего лишь идея. Гребанная терапия доктора Салима для испытуемых в секретном проекте. Это не зимний лес. Ты все еще борешься с ним. Несмотря на всю путаницу, Корвус всегда просто хотел помочь нам. У Рэйчел Кейн не было ПНИ. Ей конец. Но ты еще можешь выжить. Ты можешь жить вечно. Тебе просто нужно продержаться немного дольше. Если мы взломаем центральный сервер, ты сможешь выполнить приемчиться. Мы можем покончить с этим раз. Тебе просто нужно продержаться немного дольше. Если мы взломаем центральный сервер, ты сможешь выполнить принудительную очистку своего тела. Мы можем покончить с этим раз и навсегда. Слушай только мой голос. Расслабь свой разум. Отпусти свои мысли. Пусть плохие воспоминания уйдут. Впусти в свое сердце покой. Отдайся потоку снов. Тебя как будто омывают нежные волны лазурного океана. Пусть они обволакивают тебя. Успокаивай. Тебе просто нужно продержаться немного дольше. Если мы взломаем центральный сервер, ты сможешь выполнить принудительную очистку своего ПНИ. Мы можем покончить с этим раз и навсегда. Слушай только мой голос. Расслабь свой разум. Отпусти свои мысли. Пусть плохие воспоминания уйдут. Впусти в свое сердце покой. Отдайся потоку снов. Тебя как будто омывают нежные волны лазурного океана. Пусть они обволакивают тебя. Успокаивают. Представь, что кругом покой. Представь, что ты в безопасности. Представь себя в зимнем лесу. Ты стоишь на поляне. Вокруг деревья такие высокие, что достают до неба. Вокруг кружатся чистые белые снежинки. Ты чувствуешь, как они тают на твоей коже. Ты стоишь на поляне. Деревья такие высокие, что достают до неба.
Вокруг кружатся чистые белые снежинки! Ты чувствуешь, как они тают на твоей коже! Тебе не холодно! Холоду не одолеть тепло твоего бьющегося сердца! Слышишь? Просто прислушайся! Слышишь, как оно замедляется? Это ты замедляешь его! Ты управляешь реальностью! Покой! Мир! Ты стоишь на поляне! Вокруг деревья такие высокие, что достают до неба! Вокруг кружатся чистые белые снежинки! Ты чувствуешь, как они тают на твоей коже! Тебе не холодно! Холоду не одолеть тепло твоего бьющегося... Ты стоишь на поляне! Вокруг деревья такие высокие, что достают до неба! Вокруг кружатся чистые белые снежинки! Ты чувствуешь, как они тают на твоей коже! Тебе не холодно! Холоду не одолеть тепло твоего бьющегося сердца! Слышишь? Просто прислушайся! Слышишь, как оно замедляется? Это ты замедляешь его! Ты управляешь реальностью! Покой! Мир! Откажется от исследований человека в любой форме, не сомневаюсь, что мы вновь окажемся свидетелями падения научного прогресса перед лицом беспринципных режимов и личностей вместе с их смутными личными целями. Поистине, это будет трагедия. Чем усерднее мы искали зимний лес, тем дальше он отодвигался. В поисках ответов мы нашли только уродливую правду. Проект, который привел к моему рождению, уничтожил сотни тысяч душ. Я хотел найти безопасное место для всех нас.
Я хотел, чтобы смерть закончилась. Но я не мог ее избежать. Смерть отпечатана глубоко в сердцах всех, с кем я общался. Не знаю, заставил ли я Тейлора выстрелить, или он сделал это сам. Ты знаешь? Все не так. Я не убивал этих людей. ПНИ должен был сделать жизнь лучше. Вместо этого у Корвуса есть все ответы, но он не знает, что он такое. В моей голове так много шума. Я даже не могу думать. Кто я? Кто ты? Я даже не знаю, как тебя зовут. Кто ты? Почему ты борешься? Это твой последний шанс! Борис! Борис! Представь себя. Как тебя зовут, солдат? В зимнем лесу. Как зовут, солдат? Тейлор.
все члены Альянса отказываются подчиниться этому шантажу. Мы продолжим исследовать дипломатические возможности урегулирования.